Всем здорово, ребята, с вами как всегда Никас, и добро пожаловать в новое видео. У меня под прошлым видеороликом, как добавить друга в стройку, возникло много вопросов, потому что Roblox полностью изменил игровой интерфейс, и теперь друга в стройку добавлять гораздо сложнее. И поэтому я сейчас вам полностью расскажу и полностью покажу, как же добавить друга в стройку, часть 2. Ну а мы начинаем. И первым делом нам нужно зайти во вкладочку View и найти там Team Create. Зайти в Team Create и нажать Turn On. Ждем самой загрузки плейса. После полной загрузки плейса у нас открывается много различных функций, но половину из них можно сразу же закрыть. И останется только выбрать именно вот это место. Это мы все закрываем. И теперь переходим в вкладочку Home. И здесь видим Game Settings. Заходим в Game Settings, заходим в Permissions. И здесь теперь мы можем выбирать и добавлять также разных участников к игре. Можно искать по нику, можно вводить только первые буквы и так далее. А также новые функции Roblox позволяют нам сделать для каждого человека отдельно, что они могут делать на этой карте. Допустим, к моему второму аккаунту подсоединено, что он может изменять этот плейс, заходить. А так можно сделать, если, допустим, игра не опубликована, то он только один сможет играть в эту игру, но и также не сможет изменять ее. Также делается от лица группы, только в группе гораздо все продуманней, потому что там идут отдельные роли. Роль, допустим, у меня есть роль девелопера и есть друзья. Друзья у меня ничего не могут делать с игрой, пока она закрыта, а девелоперы могут играть и заходить редактировать игру. Это очень прикольно, теперь изменили, ну и просто сохраняем. Ну а всем удачи, всем пока!